Fyodor Ghelici, președintele Asociației Moldova Mea, a fost admis de Vladimir Țurcan să facă parte din componența Comisiei pentru investigarea evenimentelor din data de 7 aprilie și cele care au urmat. Потому как мы получили от парламента официальное письмо, полицейский с пистолетом пришел, дому Гелич, Буразива, вам большой привет, распишитесь. Я говорю, что это такая форма, что секретный документ, что ли? Вы знаете, они рискуют. А мне нравится, что они пошли на такой решительный шаг, и довольно-таки они меня, честно говоря, ошеломили. Я думал, что откажут. Я был уверен в этом. На 99% что откажут. Ghelici crede că guvernarea comunistă este implicată într-un fel sau altul în evenimentele de la 7 aprilie și este supărat pe Procuratura Generală că nu a fost solicitat în calitate de martor. У меня есть своя точка зрения, потому что я там присутствовал. Рисковал получить камнем по лысине. Потом пошел в парламент. Я везде шнырял, ходил. Меня спасло только потому, что мне товарищ говорит, слушай, не ходи, потому что ты на русском языке разговариваешь, получишь сейчас по мозгам. Тут одни националисты. Я говорю, ну что, я хочу почувствовать, что это такое. Это правда или нет? Но кроме как того, что меня узнавали благодаря вам и говорили, о, дому Гелич, ной, войкуной, я говорю, я, как же? Я смотрел этот спектакль. Все, что я увидел, и то, что говорят сегодня средства массовой информации, общественный первый канал, который присутствует здесь, никак не сходится с тем, что я увидел. Совершенно. Я сегодня могу только сказать то, что я сказал в первый день. К этому имеют непосредственное отношение представители власти. В какой роли? В роли организаторов, в роли соучастия, в роли провокации нам предстоит выяснить. Și de această dată Ghelici a criticat dur guvernarea comunistă. Коммунисты, я был коммунистом, вот сути своей, я в душе интернационалист, но такого дистанционного отделения власти от народа я никогда не видел. Вдруг любовь проснулась, я тебя полюбил, а меня уже не стоит. Но мы посмотрим, насколько эта любовь искренна. Я вам уже сказал, мы поиграем в собственную игру. И посмотрим, насколько будет откровенный разговор. Оргазм будет вымышленный или оргазм будет натуральный от души. Вот только при таких условиях мы будем сегодня. И я господину Цуркану сказал, господин Цуркан, Владимир Иванович, вот если бы вы нас так же любили, общество, как вы сейчас начали нас любить, может быть, вам и не нужен был тот золотой голос. Все поняли, о чем я сказал? Поэтому я бы даже, знаете, вошел во вкус. Не выберем второй раз, пойдем на третий. Груди будем рубашку рвать до конца. 17-й год. Коммунисты как к власти пришли, когда бедные уже без штанов, полная импотенция у народа, уже все пофиг, пошли на революцию. Мы напомним, как коммунисты появились. Întrebat pe cine va susține în campania electorală pentru anticipate, Ghelici a declarat că cei mai simpatici sunt liberal-democrații, asta pentru profesionalismul lor.